В сегодняшнем выпуске «Узнавая еврейского Иисуса» вы узнаете, что небеса — это не просто духовные переживания, но реальное место. Не пропустите сегодняшний выпуск программы. Равин Шнайдер — это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Шалом, я Синтия, жена Равина. Спасибо, что вы сегодня с нами. Я искренне верю, что сегодня вы получите от Бога что-то важное, если будете открыты к тому, чтобы услышать Его и познавать Его. Да благословит вас Бог, шалом, хаварим. На иврите это слово означает «друзья». Шалом, возлюбленные. Меня зовут Равин Кёрт Шнайдер. Приветствую вас на программе «Узнавая еврейского Иисуса». Я так рад, что сегодня мы будем в Слове и поговорим о Божьих осенних святых днях, описанных в Торе, в 23 главе книги Левит. Но для начала я хочу, чтобы все мы поняли, что вне зависимости от того, верующие мы из евреев или из язычников, а я понимаю, что большинство из вас верующие из язычников, но эти осенние святые дни важны для всех нас. Зачастую люди относятся к святым дням как к чему-то, что касается только евреев. Но Бог не назвал их еврейскими святыми днями. Он называет их Его святыми днями. Это назначенные им дни. Павел сказал нам, что Ветхий Завет, Танах, Тора — были написаны для всего Божьего народа сегодня, для всех, кто верит в Иисуса, и также для народа Израиля, достигших последних веков. Это не просто еврейские праздники. Это Божьи святые дни, и они имеют пророческое применение к вам, евреевы или последователи Иисуса. Сегодня мы говорим о том, что на иврите называется Йом-Труа или Рош-Ашана. Рош — это глава, Ха-Шана — год. Иудеи верили, что это был первый день мира, день рождения Адама. Они празднуют в этот день еврейский Новый год, Рош-Ашана — глава года. Но более точно это переводится как «праздник труб Йом-Труа». Итак, мы говорим о празднике труб и о том, как этот праздник относится к нам, современным последователям Иисуса. Если вы не смотрели нашу предыдущую программу, то я призываю вас найти ее на нашем сайте. Вы можете посмотреть ее онлайн или заказать в конце программы. Это очень важное учение. У меня нет времени делать обзор того, о чем мы говорили в прошлый раз, но вам необходимо это прослушать. Сегодня мы переходим к новому материалу. На прошлой неделе я говорил о божественном шафаре, который вострубил на горе Синай. Этот трубный звук был слышен с небес, и он звучал все громче. Он дошел до крещендо. Он был настолько мощным, что более миллиона израильтян у подножия горы начали трястись в ужасе. И затем Господь заговорил. Откровению от Бога предшествовал звук шафара. И в качестве пророческого исполнения этого события мы читаем в первой книге Фессалоникийцам, 4 главе, что когда вернется Иисус, будет звучать небесный шафар, и Он возвестит Его приход. И так же, как Моисей взошел на вершину горы, когда после звука шафара явился Бог, шафар прозвучит снова. Иисус спустится точно так же, как Яхве сошел на гору Синай 3500 лет тому назад. Звук шафара возвестит о приходе Иисуса. Он придет с небес, и мы в тот же миг будем восхищены навстречу с Ним в воздухе. Точно так же, как Моисей взошел на вершину горы и там повстречался с Господом, после того, как был слышен звук шафара, я говорил об этом на прошлой неделе, и я упомянул, что Бог поместил это событие в свой календарь в качестве напоминания, что Иисус вернется за вами, и Он вернется скоро. Если вы еще не прослушали прошлую программу, обязательно сделайте это. Последние слова Иисуса в книге Откровения звучали так: «Се гряду скоро». Иисус вернется скоро. Он желает, чтобы мы жили с осознанием этого, и чтобы это влияло на то, как мы живем. И на наш выбор каждый день.
Сейчас мы идем дальше. Мало того, что Иисус вернется при звуке шафара, это, я напоминаю, первое послание Фессалоникийцам, но также, когда Он вернется, Он принесет совсем другой мир. Во-первых, на земле наступит тысячелетнее царство. Затем мы увидим новое небо и новую землю. Сегодня я буду говорить не о хронологическом порядке, в котором будут происходить события последних дней. Но я хочу говорить о реальности возвращения Иисуса, о котором будет возвещать шафар, с концепцией того, что небеса реальны. Во-первых, я хочу, чтобы вы поняли, что небеса — это реальное место. Итак, я говорю о возвращении Иисуса и о том, как это относится к событиям последнего времени. И, пожалуй, к главному событию последнего времени — к Царству Небесному, к новой сфере реальности. Я хочу, чтобы вы поняли, что небеса — это реальное место. Это факт. Будучи новообращенным христианином, а, кстати, для всех евреев, кто нас смотрит, когда я стал христианином, я не переставал быть евреем. Я рожден евреем. А кто рожден евреем, остается им навсегда. Нельзя родиться христианином. Христианином может стать каждый еврей или язычник, кто решил следовать за Христом. Христос — это греческое слово, которое на иврите звучит как «Машиах» или «Мессия». То есть Христос означает «помазанный». Как еврей я следую за помазанным. То есть следую за Христом. Помазанный — это никто иной, как царь иудейский, Иешуа ха-Машиах. Поэтому он был распят. Послушайте, он был распят, и над его головой была надпись «Иешуа из Назарета, царь иудейский». Поэтому мы не сравниваем яблоки с яблоками, когда нас спрашивают, вы еврей или христианин. Это совершенно разные вещи. Человек может родиться евреем. Это его родословное. А христианином ты становишься, если решил следовать за Иисусом. Я еврей, который следует за Иисусом, точно так же, как и 12 апостолов. Я хочу вернуться с вами в то время, когда я впервые уверовал в Иисуса, начал читать Слово Божие и прочитал о небесах. В то время я представлял небеса как некое духовное место. Я не думал об этом как о реальном месте. Для меня это не было какое-то видимое место. Для меня это было не больше, чем духовное состояние. Я просто представлял, что в небесах я буду духом в присутствии Божьем. Но когда я начал глубже изучать Слово, я понял, что вдобавок к тому, что Бог есть Дух, что я рожден от Духа, и что небеса — это прежде всего духовное существование, я начал понимать, что небеса к тому же реальные, материальное место. Они находятся вне этого мира и вне естественных законов, вне гравитации, времени и пространства, но все же небеса — это реальное физическое место. Подумайте об этом. В Евангелии от Иоанна, 14 главе, 2 и 3 стихах, Иисус говорит, «Я иду приготовить вам место». Послушаем, что говорит Слово Божие. Иисус говорит, «В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Речь идет о физическом месте, о конкретных обителях. «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я». В некоторых переводах стоит слово «обитель», в других — слово «место». «В доме Отца Моего обителей много». Я хочу, чтобы вы понимали, что так же, как Бог поместил нас на землю, и земля — это реальное место, и мы имеем реальные тела, мы видим деревья и животных. Точно так же небеса, возлюбленная церковь, это реальное место. Мы будем в реальном месте. У нас будут тела. Эти тела будут не такие, как эти наши. Но это будут настоящие тела. Мы сможем видеть то, что нас окружает. Мы будем жить в настоящих обителях. Пока мы не можем этого представить, но это будет вполне себе реальное место.
Бог создал человечество, чтобы оно пребывало в обителях. Иисус говорит, что таких уникальных обителей у Отца для нас много. Я верю, что обитель, в которой вы будете жить на небесах, это обитель, которая была создана специально для вас, спроектирована лично для вас. Она будет отражать то, кем Бог создал вас. Каждый человек по-своему уникален. Мы часто это слышим. Каждая снежинка уникальна. Мы слышим это постоянно. Давайте откроем книгу Откровения, 21 главу. В первых двух стихах 21 главы мы читаем о том, что Господь поднял Иоанна в духе на небеса, и он увидел небеса. Итак, представьте, Иоанн на острове Патмос. Книга Откровения написана на острове Патмос, куда Иоанн был сослан из-за своей веры в Иисуса и из-за того, что он смело проповедовал Евангелие. Его решили отослать на отдаленный остров, где он больше ни на кого не сможет влиять. И вот он на острове, и в день Господень он пережил сверхъестественную встречу с Богом. Он услышал, как с небес раздался трубный звук, так же, как и в праздник труб, и он был поднят в духе. Он увидел небеса. Послушайте, что он говорит в книге Откровения, 21 главе, 1 стихе. Обратите внимание на второе слово. «И увидел я». Иоанн увидел это своими глазами. «Новое небо и новую землю. Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». Итак, вы услышали, что Иоанн увидел небеса. Это не просто духовное состояние, он не просто что-то почувствовал, но это реальное место. У Бога есть место, которое он приготовил лично для вас. Мы продолжаем наше изучение исполнения праздника труб. Иисус дует в шафар с небес и принимает нас к себе. В итоге он забирает нас на новое небо и новую землю. И мы идем далее. Мы также видим, что небеса — это место, где Бог пребывает в самом полном смысле. Иначе говоря, Бог в небесах, а человек на земле. Бог здесь, на земле, но он не являет здесь свою славу в полноте. Бог пребывает на небесах, а люди населяют землю. Но место, куда он нас заберет, будет местом, где будет в полноте проявлено его присутствие. То есть мы видим, что на земле происходит много всего, что не от Бога. Мы видим убийства, мы видим жестокое обращение с детьми, мы видим болезни, видим, как люди умирают от голода. Это не от Бога. Бог присутствует на земле. И мы можем ходить с Ним на земле, но здесь Он проявляется не полностью, а в небесах Он проявится полностью. Иисус говорит о небесах в Иоанна 14 главе 3 стихе. «Я приведу вас туда, чтобы и вы были, где Я». Вы помните, когда Иешуа учил нас молиться? Он говорил, молитесь так, «Отче наш, сущий на небесах». Итак, во-первых, мы сказали, что небеса — это реальное место. И теперь мы говорим, что небеса — это место, где Божие присутствие проявляется и познается полностью. Идем далее. Мы пытаемся понять концепцию, истину и реальность небес. Мы только что увидели, что небеса — это Божий дом. Услышьте меня. Когда Иешуа пришел на землю, он сошел на землю с небес. Разве не прекрасно осознавать, что тот, в кого мы верим, Бога-человек Иисус Христос, Иешуа ха-Машиах, пришел на землю с небес? Некоторые другие мировые религии утверждают, что они верят в Иисуса, но только как в пророка. Они приравнивают его к другим великим людям. Но Иисус не просто великий человек. Он Бога-человек, сошедший с небес. Он Бог, облекшийся в человека. И в 6 главе Иоанна, 38 стихе, мы читаем слова самого Иисуса.
ибо я сошел с небес». Он говорит: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Иисус не только сошел с небес, но также Он поднялся с земли в первой главе книги Деяний. Он находился с учениками на Елеонской горе, и вдруг Он начал медленно подниматься над ними. Он был вознесен с земли силой божественной славы. Он поднимался выше и выше, пока не исчез в облаках. И затем к ним, смотрящим на Него, обратился ангел. Он придет точно так же, как вы видели Его вознесшимся в небо. Он сойдет с неба. Давайте прочитаем об этом в книге Деяний, 1 главе. Это 10 и 11 стихи. Тут сказано: «И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: „Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо“». Еще раз. Мы увидели, что небеса — реальное место. Мы увидели, что это место Божьего пребывания. Он там находится. Мы увидели, что Иешуа, что Иисус сошел на землю с небес. Мы увидели в первой главе Деяний, что Он вознесся с земли и вернулся на небеса. Сейчас я хочу показать вам еще кое-что. И это будет захватывающе. Когда мы с вами умрем, если мы умрем до возвращения Иешуа, я снова хочу сделать ударение на том, что Бог желает, чтобы мы жили с ожиданием того, что Он вернется до того, как мы умрем. Но если мы умрем до Его возвращения, то, уверяю вас, мы сразу же попадем на небо. Когда умирают верующие, они попадают в место, которое называется рай. Это и есть небеса. Я покажу вам концепцию, которая может быть вам непонятной, но я докажу это из Писания. Место, куда сейчас попадают верующие, которые умирают, это небеса. Но это не окончательные небеса. Об окончательных небесах мы читаем в последних двух главах Откровения. Между ними есть разница. И я ее вам покажу чуть позже. Но я хочу вас ободрить через то, что помогу вам увидеть в Слове Божьем, что когда вы умрете, вы сразу же окажетесь рядом с Богом. Павел говорит выйти из тела и водвориться у Господа. А вы помните эту историю, когда Иешуа был на кресте, и два разбойника висели рядом с ним? Один из них, висевший на кресте рядом с Иисусом, осознал, кто висит рядом с ним. Он выразил свою веру и упование на Иисуса. Иисус сказал этому разбойнику, который уверовал в Него: «Ныне же будешь со Мною в раю». Давайте вместе посмотрим Слово Божие. Это 23 глава Евангелия от Луки, 43 стих. Это слова Иисуса. «И сказал ему Иисус: „Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю“». Посмотрим еще одно место. Откровение 2:7. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям: побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Итак, небеса — это место. Настоящие небеса — это рай. Это место, куда мы попадем, если умрем до прихода Иисуса. Мы задаемся вопросом: что это будет за место? На что будет похож рай? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы снова заглянем в Слово Божие. Писание описывает нам это место в книге Откровения. Мы не сможем сегодня закончить эту тему. Итак, 6 глава Откровения. В этой главе Иоанн описывает место, куда попадают верующие, когда умирают. Иисус назвал это место раем. Сегодня я успею лишь прочесть вам это место и сделать пару вступительных комментариев. Прочитаем Откровение 6 главу с 9 по 11 стих. Не пропустите нашу программу на следующей неделе. Мы будем копать, чтобы вынести драгоценное из этого местописания.
Итак, Иоанн говорит: «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, Владыка, святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые. И сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». Итак, несколько концепций, которые мы можем извлечь из этого отрывка Писания. Во-первых, мы видим, что когда умирают святые, это то, куда они попадают, потому что Иоанн видел души тех, кто был убит при его жизни за их веру и свидетельство Иисуса. Иоанн видел их в небесах у Божьего алтаря. Это учит нас тому, что когда мы умрем, мы попадем в это место. Мы попадем сразу к Богу. И также мы видим, что находящиеся там сохранили свою идентичность. Они помнили, кем были на земле. Они были теми, кто был убит за свое свидетельство. Возлюбленные, не пропустите наш следующий выпуск. Попав на небеса, вы будете той личностью, что и на земле. Мы рады, что вы сегодня с нами, и мы хотели бы молиться о вас. Присылайте нам свои нужды по почте или через наш сайт. Адреса сайта указаны на экране. Наша молитвенная группа собирается каждый понедельник, чтобы молиться отдельно о каждой нужде. Если у вас есть свидетельство того, как служение, узнавая еврейского Иисуса, изменило вашу жизнь, мы приглашаем вас рассказать вашу историю на нашем сайте в разделе «Свидетельства». Также мы благодарим вас за молитвенную и финансовую поддержку. Поддерживая служение, узнавая еврейского Иисуса, вы становитесь партнером Бога в строительстве Его Царства. Господь дал Моисею конкретные инструкции, как благословлять народ в книге чисел 6 главе. Господь сказал Моисею: «Так благословляй народ Израиля, провозглашая над ними: Яхве да благословит вас, и да сохранит, и да презрит Яхве светлым лицом своим на вас, и да будет милостив к вам, да обратит Яхве лицо свое на вас, и да даст вам Яхве свой мир». И Господь сказал: «Так благословляй сынов Израиля, и я нареку имя мое над ними». Я хочу произнести это благословение в вашу жизнь, возлюбленные. Библия говорит о том, что вы привиты к обществу Израиля. Поднимите сейчас свои руки в вере и примите благословение вашего Отца. Ваишмареха, Яэр Яве пнавелеха, вихунеха, Иса Яве пнавелеха, веасем ле. Бог Отец, да продолжает непрестанно передавать вам себя Духом Своим во имя Иешуа, нашего Мессии. Он любит вас и всегда будет любить. Да благословит вас Бог во имя Иисуса. Шалом.
Вы смотрите эту программу сегодня и понимаете, что в вашем сердце что-то происходит. Вы чувствуете, что Бог что-то делает в вашем сердце, и вы даже не знаете, как на это реагировать. Я хочу, чтобы вы знали, что Иисус стучит в ваше сердце. Иисус говорит: «Се, стою у двери и стучу. Если отворишь мне, я войду, и мы будем жить вместе». Если вы хотите прямо сейчас пригласить Иисуса в ваше сердце, то все, что вам нужно сделать, это сказать: «Иисус, пожалуйста, прости меня. Я грешник. Войди в мою жизнь. Спаси меня. Я хочу следовать за тобой». Если вы молились сейчас этой молитвой, сообщите нам об этом. И также, если вы хотите больше узнать об Иисусе, зайдите на наш сайт. В следующей программе «Узнавая еврейского Иисуса» раввин делится истиной о том, что небеса — это не только духовное переживание. Не пропустите эту захватывающую программу. Привет, друзья! С огромной радостью хочу поделиться тем, какое влияние имеет это служение в жизнях людей по всему миру. Я Васва из Уганды, я смотрю вашу программу по Lighthouse TV. Теперь я рожден свыше. Я был мусульманином, но Бог использовал вас, чтобы изменить мою жизнь. Теперь я верю в еврейского Иисуса. Васва на Фейсбуке. Раввин Шнайдер, 8 месяцев назад я отступила и попала в больницу. По телевизору шла ваша удивительная программа. В конце программы вы спросили: «Ощутили ли мы что-то?» Я снова посвятила себя Господу. Я плакала. Я почувствовала себя снова дома. Дебора из Теннесси. Слава Богу, возлюбленные! Вы должны знать, что именно через ваши молитвы и вашу финансовую поддержку мы смогли достичь эти две драгоценные души и тысячи других душ для Иешуа. Возлюбленные, что мне нравится в учении о Божьих осенних праздниках, так это то, что они применимы сегодня для каждого из Божьих детей. Не только для еврейского народа, но также и для язычников. И для тех из вас, кто является верующим в Иисуса из язычников. Этот праздник крайне важен для вас, потому что он учит нас о личности Мессии Иисуса. Бог Отец желает, чтобы вся церковь понимала иудейские корни христианской веры. Поэтому Иисус сказал женщине у колодца: «Женщина, вы не знаете, кому вы поклоняетесь, а мы знаем, потому что спасение от иудеев. Господь поднял меня, чтобы я мог учить его народ, его церковь, иудейским корням христианской веры. Бог желает, чтобы мы поклонялись ему не только в духе, но и в истине. Я хочу просить вас поддерживать меня и стать ежемесячным партнером, чтобы я мог продолжать распространять Евангелие по всему миру и помогать церкви понять иудейские корни нашей веры. Бог призвал меня участвовать в подготовке мира к его возвращению. Я прошу вас сделать сегодня ваше лучшее пожертвование Господу». Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь раввина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными раввином Шнайдером, и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса», как хотите и где хотите. Просматривайте на Фейсбуке еженедельные послания раввина «Семена откровения». Смотрите полные выпуски на YouTube. Загружайте учения раввина через наше мобильное приложение. А также читайте особые письма от Синтии.